Окси-эксперты, собираемся. Общий сбор. Свистать всех наверх. Ребят, у нас Оксимирон живой. Охуеть, типа он дышит. Вышел новый дневник из Тель-Авива. Что, конечно, отдельно интересно. Дневник из Тель-Авива. Однажды мы до него достучимся. Он прозреет, блять. Он поймет, что, сука, кусочки по несколько минут. Это не тот контент, которого мы хотим. Мирон, смотри сюда. Подсказка. Контент, который мы хотим, это все то же самое, но часа на три. Можно на четыре. Но вот этот дневник, который мы сейчас с вами будем смотреть, 9.5 минут. 9, блядь. Вам не кажется, что чего-то не хватает? Дневник из Африки был топ. Да, но надо больше. Мы с пацанами тут сидим. Нам надо иметь поводы собираться вместе. Нам же с этими дармоедами даже говорить не о чем, если носатый молчать будет. Оксимирон, Тель-Авив. Мировой тур 2023, к слову. То есть это какое-то старье еще вдобавок. Мало того, что этого мало, это еще и консерва какая-то прошлогодняя. Август месяц на дворе, если что, мужики до туров 23-го года добрались. Угу. Этот дневник, так, у меня стоит 2х, во-первых. Во-вторых, этот дневник снимался за полгода до трагических событий 7 октября 2023 года. Ну, типа, тот Тель-Авив, который вы увидите, и то, о чем мы здесь будем говорить, никак не, ну, как бы, надо понимать, в каком ключе это стоит воспринимать. Окей. Очень большой ангар, нету випов. Погромче надо. И если придут все мои родственники, то я надеюсь, сегодня будет без сюрпризов. Новая штука, которой еще не было. Новый обзор. Я предлагаю оставить это на Америку и максимально докрутить. Ты не видел, да, еще? Только что впервые увидел. То есть, как бы, охуенно сделано, но, типа, месседжа нет. Самое главное, должно быть их уничтожение в конце. Иначе нету катарсиса, а здесь его не было. Я просто... Давай еще отдельно обсудим потом и цвета, и все такое. Да. Супер. И цифры. Два гештальта закрываю, что мечтал в тур съездить, мечтал сделать что-то типа театра. Да. Сегодняшний концерт, это больше про расслабление, что он наконец-то последний, или как будто бы ты должен завершить какой-то ебаный красивый ночь? Нужно перед евреями отработать шекели. Все это время ты занимался прогревом гоев, ну, теперь-то можно и расслабиться. Привет, здрасте. Четыре слова, которые ассоциируются у тебя с Мироном. Лысый. Даже не знаю. Организация. Свобода. Агент. Ну, кстати, ответ-то четкий. Четыре слова, которые у тебя ассоциируются с Оксимироном. Лысый. Даже не знаю. Все. Какой вопрос, такой ответ. Я его воспринимаю как своего брата. Вот он прям наполняет какой-то такой вот братской любовью. Мы с тобой, братуха. Будь моим отцом. Мирон, они мета алеха, туда леха алаколю, хавим отха. Когда грустно, такое настроение, хочется поддержки. Какой трек включаешь? Мы все умрем. Бодрить. А на какое животное похож Мирон? Хотелось сказать крыса, но нет. На видео он выглядит как такой вытянутый, и, ну, как вот эти, как это, Тимон. На выдру он похож. Сурок. Енот. Енот. Маленький енот. Он просто зверь на самом деле, просто зверь. На кого зверя похож Мирон? На бурундука. Ну, кстати, бурундук тоже вот хороший. Вот это вверх, да. Это метроном. А типа просто вверх, это мой вокал. Да, да, да. Ебел. Главное, форм хэндшейк, помним это. До сейчас. О, да!
просто пиздец. Я пошел к вам, короче. Хоп, хоп. А, подождите. Да, 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 да. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Хоп, 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 хоп. Так, задние ряды, я знаю, что вам не видно. Простите меня, пожалуйста, на один куплет. Я хочу потусить четырёхными. Yeah. Let's fucking go. Кто знает трек «Сага о Барнахе Канарейка»? Yeah. Раз, раз, раз. Я не играл в матч, упай матч. Мне не нужно было улетать. Я протирал книги, да дурная сдачка. Судьба иначе. Ебать, вы во что превратили сагу о барлах и канарейках? Помните, был такой тур «Археология», где мы типа прощаемся со старыми треками, мы больше не будем играть их на конце... Блять, что-то пошло не так. Новый трек, да, 2011 года. Change My Mind, сага о барлах и канарейках по сей день. Один из самых мощных, кинематографичных и эпичных инструменталов в русском рэпе в принципе. Охуенный трек, если вы его не слышали по каким-то странным причинам, найдите «Оксимирон. Сага о барлах и канарейках». Там вам будет предлагать версию с Шоком совместную. Вы вот можете послушать совместную версию с Шоком, когда вы вытрете рвоту, слезы, выковыряете запекшиеся кровавые корки из ушей. Вы себе сохраните ту версию, где только «Оксимирон», хорошо? Вот. Не, полезно для образования посмотреть версию с Шоком, она там 5 минут идет. Но у меня, как и у, мне кажется, очень многих в плейлисте, она обрезанная с микстейпа. Офигенный инструментал, просто великолепный. А для своего времени трек просто бомба был. Вот я несколько лет, живя в Грузии, ныл, что я хочу концерты, я скучаю по концертам. По сути, из концертов я был на группе «Нервы», и я был на «Оксимироне» вот за пару лет в Грузии. Но теперь меня хуй остановишь. Теперь я живу в Америке, и я сейчас открываю, какие концерты вокруг меня. Только вот тут, в шаговой доступности, вот только в моем городе. Marilyn Manson, Powerwolf, 21 Pilots, Machine Gun Kelly. И это только за ближайший там месяц. Red Hot Chili Peppers. Кто еще приезжает к нам? Рамштайн должны доехать. На мне еще пятна от тура. Я еще не стирал ничего. Да. Короче, я не выступал 5 лет, плюс-минус. И мне очень хотелось перейти на какой-то новый этап. Я думаю, что на меня очень сильно повлиял в свое время концерт Кендрика Ламара в Стокгольме.
крутой видеоконтент с альтер-эго Кендрика, которого звали Kung Fu Kenny. Он, кстати, был гораздо менее проработан, чем у нас Сатанаил. Кто я? У меня много имен. Михаил Сатанаил. Так вот, да, и концерт Кендрика, это был первый раз, когда я увидел артиста одного на сцене, который все вывозит, в том числе сложные куски. Я охуел, но своим все-таки чуть-чуть натасканным ухом я понял, что он читает не полностью все лайвом. То есть он читает, может быть, 90% лайвом, но там есть подложка. И она не идет как плюс нон-стоп, она заполняет паузы, когда нужно вдохнуть. Видеоконтент заполняет паузы, когда нужно чуть-чуть выдохнуть или переодеться. Раз, два, три. Ну, вообще так это и работает. Странно, что Мирону для того, чтобы осознать это, потребовалось сходить на концерт Кендрика Ламара. Но вообще, да, ты вгоняешь материал в репетициях. Очень быстро на репетиции становится понятно. Так, пацаны, раз за разом, вот даже если я все правильно делаю, если я в нужных местах беру вдохи, все равно, вот здесь я задыхаюсь систематически. Вот на этой строчке, вот примерно до сюда мне хватает воздуха. Туда подписывается плейбэк. Или если ты с бэк-вокалистом выступаешь, вы сразу зарепетируете, что вот здесь ты меня ловишь. Там тебе по шоу надо переодеться, вы замеряете. На то, чтобы переодеться, на то, чтобы скинуть костюм, там, надеть другой, какой-нибудь реквизит подготовить. Мне надо там 2.5 минуты, значит 3, чтобы был запас, мы забиваем каким-то перформансом. Ну, то есть это в репетициях вообще так и рождается. И это все является единым шоу, которое гораздо интереснее смотреть, чем очередное выступление рэпера, где чуваки на сцене выступают на фоне, там, я не знаю, лога или на фоне еще чего-то. И, соответственно, вот из-за того, что хотелось какого-то дальнейшего развития, я подумал, что вот в такое шоу, как мы придумали, это реально театр одного актера. И здесь как будто не вписывается классический хип-хоп-сюжет с другими ребятами на сцене. Слушай, концерт в Тель-Авиве был полным разъебаловым. Это было замечательное, на самом деле, окончание тура, потому что, ну, здесь иначе звучали треки, короче. «Вечный жив» здесь звучал иначе. Национальность — это слишком человеческое, нечего лечить мне про отчизну и отечество. «Пантеллерия» звучала иначе. Как заявил нам пьяный хасид, скрутив на следующий год в Иерусалиме, враг над Африкой луна. Вот это вот «Горячо встречали» — это не просто какая-то стандартная история, когда исполнитель говорит: «Вы меня так тепло встречали». Это реально про какую-то, вот знаешь, такая тема — безусловная любовь. То, что артист может отсутствовать типа 5 лет, так или иначе. Ну, я присутствовал как-то в медийном поле, да, но не писать релиз 5 лет, не выступать, да, как бы. Ну, правда, сколько бы артистов кануло в таком случае? Ну, типа, дохуя. А у меня такая фан-база, что я не то что не уходил, а я как будто вернулся еще, и мне еще пизже, знаешь. И вот это про, типа, про любовь, которую я получил просто дохерища. Просто дохерища. Сила, единый паттерн, сгорел шайтан, залит мое кафе шантан, мой иммерсивный театр, где красота соседствует с уродством, и нет ни руководства, ни конференции, ни винной карты, зато по сцене кружится волчок, 4 грамма спец, нельзя, хаос и тень, и все это намешано в тебе, как и во мне, заглядывает почаще в нас безумный кабачок. Я не шучу. Там только самое интересное начаться должно было. Мирон, здорово. Это что, все? Are you охуели там? И вот это вот все. Типа, ну, пиздец, расходимся.
на самом интересном месте. Мужик, подсказка. 3 часа контента. Сделай. Где EP? Где 3-часовой влог с тура? Ну, как обычно, как бы фанаты Оксимирона — это вечно недокормленные контентом злые на весь мир люди, которые готовы просто ждать 2 года чего угодно. Может быть, там что-нибудь еще перепадет. А главное, с него же станется после этого исчезнуть нахуй. В следующий раз мы его увидим в 2025 году. С анонсом тура какого-нибудь. И какое-нибудь видео типа «Спешу сообщить, блядь, EP «Национальность нет» не выйдет». Это печально. Это печально. Да, нолановский принцип недокормленности приобретает абсолютно неприличные масштабы. Дайте мне кирпич. Не, вайб с концертов классный. То есть, ну, если Мирон доедет тоже до Америки, я с удовольствием пойду. Я был на нем в Ереване, но в Ереване, откровенно говоря, мне не повезло. У меня был хайлайт про то, как я съездил на концерт Оксимирона в Ереване. Ереван был первым концертом тура, где они только тестировали какие-то вещи. Все было еще не особо выиграно, не особо вбито. И чувствовал, что это сыро. Я говорил, было чувство, что мы скорее на генеральной репетиции, чем на концерте. И говорят, что в дальнейших концертах уже было лучше, но в Ереване прям чувствовалось, что было сыро. Вот я надеюсь в Америке увидеть Мирона с уже более вкатанной программой. Думаю, это будет прикольно.